хочу сказать. Какие-то мы здесь... В ночь на субботу, 23 октября, в Екатеринбурге прошел фестиваль Ural Music Night. Во время выступления основателя группы Агата Кристи Вадима Самойлова произошел скандал. Музыкант со сцены стал оскорблять либералов, представителей ЛГБТ, а также Ельцин-центр, где и выступал. При этом исполнитель, как отмечают зрители, был нетрезв. Многие после его слов стали покидать площадку. За эти слова Самойлова пришлось извиняться генеральному продюсеру Ural Music Night Евгению Горенбургу. «Мой друг Вадик Самойлов на концерте группы Агата Кристи сказал абсолютно неуместные слова в адрес работников, людей, которые работают в Ельцин-центре, я приношу нашим партнерам извинения за это. С Вадиком я обязательно поговорю», — заявил Горенбург. «За то, чтобы Россия была единой и сильной, я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если здесь есть какие-то ЛГБТ, там эти вот... куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте, да?»